В Уральске открылся кабинет ранней поддержки для детей. Он поможет в развитии детей с особыми потребностями, а также в формировании их навыков. В новом кабинете специалисты будут предоставлять бесплатные услуги в течение 6 месяцев. Подробности в сюжете. В Казахстане число детей с особыми потребностями растет с каждым годом. В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 3130 детей с инвалидностью. Раннее развитие таких детей крайне важно. Именно эту задачу и будет выполнять кабинет ранней поддержки. Он будет работать над развитием и формированием навыков у младенцев и детей до 3 лет. Коррекционную поддержку в этом кабинете будут получать дети раннего возраста от рождения до 3 лет. Именно ранний возраст психологи называют... Именно возраст от 0 до 3 считается сензитивным периодом развития, когда бурно развиваются познавательные процессы, такие как мышление, память, речь, внимание, крупная и мелкая моторика. И важно не упустить этот золотой возраст. В кабинете созданы все условия для развития ребенка. Квалифицированные специалисты бесплатно работают с ребенком в течение 6 месяцев и дают советы родителям, делятся своим опытом. Конечно же, мало того, что они будут сюда ходить, все это должны делать и родители, для того, чтобы быстрее откорректировать своих детей. Общественный деятель Мирюэр Цанкаева выразила радость по поводу открытия кабинета для развития детей. Однако она также отметила, что подобные комплексы поддержки необходимы и в сельских районах. Не секрет, что у нас ежегодно количество детей с ограниченными возможностями растет. И первичную инвалидность вот в предыдущем году 359. Это очень большая цифра. И чтобы нам ее намного сократить, я думаю, что все-таки нужно работать и открывать в сельских местностях, потому что сельским жителям очень сложно будет приезжать в город и получать именно эту службу. Кабинет ранней поддержки работает по адресу город Уральск, улица Хамида Чурина, 117. Зарина Шакешева, Азат Сарсикеев, Фарида Ахатова, телеканал ТДК-42.